Так, ну я вернулся домой, и погодка для октября, скажу я вам, очень клевая, поэтому самое время. Такой, конечно, выходной, не выходной. Я, ну, домой вернулся, сейчас время 4:30, и я просто... Но у меня есть маленькая задача, надо подцепить румы, которые я поставил. Я вчера вам в видосе показывал, как распаковывал как раз стойки, на которые я прикрутил старые оверхеды, потому что, как новые, мы теперь используем союзовские. И старые оверхеды теперь будут выполнять функцию записи комнаты. Ну, именно в плане барабанов. И сейчас надо будет достать кабели. У меня там коробка здоровенная с кабелями, короче. И пойти это все кри установить. И здесь надо будет кое-что еще с пульта переподключить. Так, нам 100% понадобится вот этот XLR. Здесь должен быть еще... Чё, нет еще одного XLR? Так. Я, короче, нашел XLR, он был у Иры подключен как микрофон, чтобы она меня могла оттуда говорить. Ну, знаете, как Ларс Ульрих на репетициях Металлики там. Давайте сыграем батарею в 3 раза быстрее. Просто сейчас переподключил, потом ей более короткий просто поставлю, потому что 6-метровый XLR там для этих целей, для микрофона вообще не нужен. Ну вот, приблизительно таким образом происходит у меня запись видео. Вот вы посмотрели сейчас вот это вот все 360, такое двигающийся таймлапс. Я на это трачу в среднем, ну, от получаса до 40 минут, именно чтобы отснять весь материал или там что-то подобрать. Это еще может несколько часов уйти, то есть это зависит непосредственно от самого видоса. Вот, сегодня такой расслабленный домашний, почти домашний влог.
так что давайте до завтра. Завтра у меня, наверное, будет тяжелый день, потому что лечить зубы. Давайте увидимся завтра. Может быть, завтра видосов я никаких снимать не буду. Посмотрим, как пойдет. Пока.